Продолжаем разбираться с нейросетью ArtBreeder. Ссылка на первый скринкаст в описании. Итак, мы примерно разобрались с тем, как крутить настройки в сплайсе и что он в принципе делает. Сохранили изображение, сейчас покажу, куда он сохраняет, но начнем мы с денег. Вот он пишет, что использовано 0,01 кредита и у вас осталось 2,98. Это чудо чудное, как говорил не помню кто, но было смешно. ArtBreeder не берет денег за генерации, как большинство подобных сервисов, а только за готовый результат. То есть генерите сколько угодно, если добились желаемого, качайте. Стоит это 0,01 кредита, на бесплатном тарифе вам дается 3 кредита в месяц, то есть вы можете скачать 300 фотографий в высоком разрешении. Генерить можно без ограничений. Но есть тут дорогие штуки, например, загрузить свое фото для обработки или обработать фото с помощью Outpaint. Но мне нравится сплайсы и ценой, и результатом, так что продолжим разбираться. Тут есть еще одна крутая фишка — родительское фото, ну или референс. Давайте возьмем вот эту, добавляем имидж, тут их очень много, они разбиты по категориям. Он будет смешивать два фото — ваше и референсное. Вот, собственно, он сразу сгенерил новое изображение. Причем алгоритм смешивания можно подстраивать. А вот мы подобрали немного лицо исходника, и результат стал больше похож на референс, только без очков. Волосы немного завились, совсем убрали и получили практически референс. Но у нас остался стиль в равных долях, поэтому это все равно еще смешение двух фото. Подобрали стиль и почти полностью отошли от исходника. Ну и дальше можно подкручивать готовый результат здесь или здесь. Вот. Получили то, что нужно, сохранили. Сделаем ее голубоглазой. Так. Теперь где, собственно, можно забрать готовый результат? Вот тут все, что вы нагенерили и скинули вниз, под окно генерации. К этому можно впоследствии вернуться и продолжить эксперименты. А тут то, что вы скинули в download. Открываем и сохранить как. Возможно, есть какой-то другой способ, но я не нашел. Сохраняет он в JPEG, разрешение 2048 на 2048, вполне приличное. Ну и кроме портретов, как несложно догадаться, тут можно генерить все, что угодно, но об этом чуть позже. А пока отвлеку вас на 15 секунд от этого интереснейшего видео, чтобы сказать, что Теплицы — это не только YouTube, но и сайт, на котором просто гора всего интересного про технологии и гражданское общество. Эксперты, практические руководства и теоретические выкладки. А также мы присутствуем во всех соцсетях. Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, теперь X и где-то еще. Подписывайтесь. Там вы сможете задавать вопросы не только мне, но и команде Теплицы. А еще очень советую подписаться на рассылку, ее не заблокируют. Все ссылки в описании, однако продолжим. Реклама Теплицы собственного производства. Сделал только что. Лебовский крутой. Итак, кроме портретов, тут можно генерить все, что угодно. Пейзажи, картины, здания. Ну, давайте здания. Также можно поднастроить. Давайте вот это выберем. Добавим ночь. Вот так вот он воспринимает ночь. А если убавить день, тоже не очень. Ну ладно. Вот так, кстати, скидываются настройки. И добавляем какой-нибудь референс. Референсы, как я говорил, разбиты по категориям. Тренды, то, что вы лайкали и так далее. Давайте возьмем вот это. Ну, так себе смешал. Подберем немножко. А здесь стиль подберем. Миленько. А тут как он на ночь отреагирует? О, уже лучше. Добавим модерна. Значит, кроме референсов, тут есть джин. Ген. Это стиль, что ли? Не знаю, как правильно назвать. В общем, примерно так он будет менять изображение. Проще показать, короче. Бузи. Шум. Вот он пошел в шум. Вот это клево, кстати. А вот в обратную сторону. Плохо. Короче, нравится мне вот что-то такое. Прям очень нравится. Ну, короче, примерно таким образом. Но вообще идея лежит на поверхности. Любой профи, который давно генерит, знает, как добиться от нейросети того, что ему нужно, используя правильные теги. Почему бы не перевести эти теги в интерфейс, в
качестве регулировок и немного дообучить нейросети правильно на них реагировать. Так что здесь, как и во всем, что связано с нейросетями, мы лишь в начале пути. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.